Отгрузка зерновых и масличных культур в Карачаево-Черкесии продолжается. Для того, чтобы вывозимый товар не вызвал замечаний, его проверяют специалисты Россельхознадзора. Как оценивают качество кукурузы, какое количество планируют отправить и куда, узнавала Альбина Ламкова. Польза кукурузы в ее богатом витаминном составе. К ней всегда относились уважительно. Прежде всего, из нее делают муку, крахмал и крупу. А вот какого качества она будет, определяют по трем основным показателям. Это вкус, цвет и запах. Более подробный анализ зерна делают в лаборатории при помощи специальных приборов. А что это за интересный такой прибор? Это щуп для отбора образцов зерна из глубины кучки. Для определения качества зерна из партии берут небольшую часть для исследования и анализа. Отбор образцов производят строго по ГОСТу. Пробы со склада хранения кукурузы берут точечно. На площадках при высоте насыпи до 1,5 метра берут горстку зерна в 5 точках, засыпают в пакеты и запечатывают. Проба будет направлена в лабораторию для экспертизы карантинно-фитосанитарного состояния продукции. После проведения экспертизы на эту продукцию будет выдано заключение о карантинно-фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора контролирует отгрузку свежих овощей, зерна, пшеницы и кукурузы из Карачаева-Черкесии. После того, как установят соответствие продукции фитосанитарным требованиям, в лаборатории оформляют карантинный сертификат. Количество заявленного зерна на отгрузку составило 1200 тонн. Ее направят в Астраханскую область. Урожай кукурузы в этом году собрали более 400 тысяч тонн. Это хороший показатель. С января этого года, с начала года, с республики было отгружено около 18 тысяч тонн зерна. Также были отгружены 4 тысячи тонн зерна пшеницы и около 3 тысяч тонн свежих овощей. По предыдущим отгрузкам нареканий со стороны Северо-Кавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории не было. И, скорее всего, оценка качества нынешней пробы кукурузы будет положительной, так как в данном амбаре соблюдена технология хранения зерна. В помещении учтены влажность продукции и окружающей среды, температура массы и температура в хранилище, а самое главное – доступ воздуха. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.